покажет, как правильно танцевать средневековые танцы. Я хочу всех пригласить сюда вперед, кто желает потанцевать. Желательно сразу парами, если можно, мальчик, девочка, мужчина, женщина, пожалуйста, не стесняйтесь. Если вы умеете танцевать простые хороводы, типа ножка влево, ножка вправо, пожалуйста, выходите сюда вперед. Саша, давай. Так, Ян, бери Сашу, иди. Саша, Ян. Друзья, пока мисс добровольцев вытаскивают из толпы. Во-первых, скажите, вам понравилось выступление? Я очень надеюсь, что все хорошо выспались, но не до того, как сюда прийти, что-то пропадает сигнал. Давайте еще два кавалера. Да, друзья, это действительно кельтская вот такая вот музыка, средневековая, необычная для нашей культуры, но тем не менее и очень даже интересная. Я хочу напомнить, что сегодняшний фестиваль, он организован арт-лабиринтом. Кто знает из вас, дорогие друзья, кто присутствует, что такое арт-лабиринт? Ну, 3-4, ага, и галерка вправо, отлично. Но для тех, кто знает, я еще расскажу, а для тех, кто не знает, хочу сказать, что арт-лабиринт – это не религиозная и не политическая организация, развивающая альтернативную и нестандартную культуру в нашей стране. Они целиком и полностью за здоровый и осознанный образ жизни, без вредных привычек, за здоровое питание, за здоровое питание, и они поддерживают, как вы видите, не деструктивную музыку и много другого, что приносит в общество только позитив и добро. Поэтому, друзья, если у кого-то возникло желание поддержать арт-лабиринт в финансовом смысле, вы можете это сделать. Вот видите, у нас тут чехольчик расположился и ласково как бы просит всех желающих. Но для вашего удобства у нас есть две прекрасные барышни, они еще даже близняшки. Вот у них в руках есть шляпки, да. И для вашего удобства эти шляпки могут пройтись по рядам. И если у вас есть доброе желание помочь и поддержать эти проекты, вот арт-лабиринта, то, конечно, мы будем вам очень благодарны. Я хочу также сказать, перед тем, как начнутся танцы, что каждый год арт-лабиринт проводит летние фестивали. Фестивали на природе. А так вот и в этом году с 18 по 23 июня этого года в Молдове, нашей красивой стране, в Шелдонежском районе, возле села Тарасовска, в дикой природе, будет проходить летний фестиваль. Сейчас девочки вам раздадут также их флаера. Заметьте, они на бумаге из кельтской культуры, средневековья. Так что, друзья, тоже это можете оценить. Вот, ну а сейчас, конечно же, вашему вниманию будут представлены танцы. Ну, нам еще нужны два мальчика. Давайте, два добровольца. Сильные парни, где вы? Эй! Друзья, кстати, мы разыграем 100 баксов. Рома приглашается. Не говорили, да? Сейчас таки нам не надо столько людей. Но есть люди. Сергей Мельмук приглашается на сцену. Давайте, хорошо, хорошо, давайте так. Кто не выходит танцевать, жертвует в два раза больше. Но это шутка, понятно, друзья. В любом случае, спасибо всем тем, кто не просто берет флаер, но даже что-то обменивает на какие-то деньги, это здорово. Ну, а мы все-таки хотим начать эти танцы. Без двух парней они не начнутся. Давайте, друзья, два сильных, крепких парня. Или просто два обычных парня. Есть такие?